Добрый день. Сегодня подключили новую такую фишку, как upload ваших видео-превьюшек на YouTube. То есть параллельно на YouTube на канал нас ваш будет грузиться и видео-превьюшка с копирайтом, и оригинальное видео. На оригинальное видео вы можете указать, какой вид доступа будет к этому видео. То ли будет это публичное видео, то ли это будет видео по ссылке, то ли это будет видео только с приватным доступом. В настройках, у вас у всех в настройках появился такой раздел, вот YouTube аккаунт. В этом разделе вот такая вот ссылочка есть. Эту ссылочку не стоит нажимать, если у вас еще не создан аккаунт на Google и не создан канал. То есть для этого вам сначала надо перейти на YouTube, создать там аккаунт себе. После того, как вы создадите аккаунт, то здесь у него будет такая надпись: у вас еще нету ни одного канала, создайте канал. Вы нажимаете, канал создается, и все. Вот у вас менеджер видео, здесь пусто. Чтобы видео начали сюда загружаться с моего сайта, вам необходимо теперь уже перейти в настройки и нажать на эту ссылочку. Authenticate throughout house 2. Нажимаете, открывается окошко. Здесь вы выбираете свой аккаунт, который вы создали, допустим, специально под эти видео. Нажимаете его. Запрашивает подключить автономный доступ. То есть он спрашивает, разрешите вы ему загружать свои видео на этот канал или нет. Разрешите ли вы моему серверу загружать ваши видео на свой канал? Нажимаете «Разрешить». Все. После того, как все успешно подключено, вы обратно вернетесь в настройки. Здесь будет написано, там, к какому каналу подключены, под каким имейлом. По сути, все. Это настройки все, которые нужно сделать. Видео автоматически отправляется на YouTube после того, как вы загрузили. Загружаются они туда сразу без описания. После того, как вы на сайте оформили видео, создали все описания, через какое-то время эти описания система переносит туда на YouTube. В настройках, в разделе YouTube, вы только можете настроить, какой уровень доступа будет у оригинальных видео. Допустим, если я свои видео загружаю, я их загружаю в 4К формате. Это 4К грузится на YouTube, как резервное хранилище такое, могу сказать. И там я всем выставляю доступ, там, приватный доступ. То есть никто не имеет доступа к этому видео, кроме меня. А все превьюшки по умолчанию с публичным доступом. На YouTube через время вы можете наблюдать, какие тут видео подгрузились, как к ним перенесли все описания. У вас появятся просмотры, там, количество людей, сколько за день посмотрело. Вы можете проверять на своем разделе YouTube аналитика. Будете смотреть, как у вас популяризируется ваш канал. Можете потом подключать монетизацию своего канала, если он будет уже более популярным. А в чем плюсы подключения к вашего канала к моему сервису? Во-первых, это все видео будут автоматически заливаться на YouTube канал и там хранится по сути вечно, если вы их правила ютубовские не нарушаете, так как резервное хранилище ваших основных видео. Во-вторых, теперь люди смогут ваши видео более чаще находить через ютубовский поиск на ютубе или просто через гугловский поиск. Они набивают, там человек работает на ферме, и ваше видео отображается. Он переходит на это видео на ютуб-канале у вашем, смотрит эту превьюшку. Если ему нравится, там же в описании автоматически прикрепляются ссылки, где эти видео можно купить. Если вы публиковали свои видео на Shutterstock, на Пунде, на Хиви, то там и будут ссылки прямо на ту страницу с этим видео, где его можно купить. Человек нажимает, переходит, покупает там ваше видео. Ну, собственно, вот и все. Будут вопросы, пишите. Помогу.